Бамс. Итак. Так. Итак, друзья, цель сегодняшнего выезда сюда – это рассказать про ППОВ. Что он из себя представляет, вообще, что это за зверь, стоит ли в нем снимать, для чего он нужен и, в общем, в целом. Сейчас я снимаю в ППОВ, с какими настройками я расскажу, снимаю, и можно ли снимать в такое яркое солнце, как сейчас. Однозначно скажу, да, можно. Первое и основное правило, которым я придерживаюсь, контрастность я увожу сразу в минус 3. Чтобы картинку сделать чуть более плоской. Потом, естественно, на посте можно добавить. Насыщенность и резкость я не трогаю. Далее, что у нас получается. На таком ярком солнце будет вышибать. Потому как идет очень резкая градация от светлого к темному. И, естественно, скорее всего, будут засветы. То есть, если... Я не знаю, сейчас есть или нет, но, по-моему, если есть, то они не сильные. Нужно обязательно, прям вот обязательно, на Sony A7C, я, кстати, снимаю на нее, Sony A7C, Tamron 1728, снимаю на 2.8 диафрагме, сейчас 1.5, потому как статичный кадр, по поводу стабилизации дальше расскажу. И... Ну, ISO, соответственно, какой получается. Обязательно ND для того, чтобы получить 1/50, потому как без ND, естественно, придется выкручивать выдержку, не знаю, там 1/1000, 1/2000, собственно, не хотелось бы. Так вот, возвращаясь к теме, можно ли снимать на ППОВ? Да, конечно, можно, особенно если вы, не знаю, там снимаете какие-нибудь мероприятия, свадьбы, там еще что-то, и мотаетесь из помещения в помещение, и не хотите потом на посте сильно заморачиваться, то попросту вы делаете те настройки, которые я сказал, и получаете, собственно, неплохую картинку. Обязательно, чтобы не горело лицо, там, либо яркие какие-то вещи, там, белые платья, футболки, экспо-коррекцию нужно будет увести в минус 1. То есть это вот как пить дать. Иногда даже 1.3, то есть надо смотреть в зависимости от направления света, и так далее. Если вы это не сделаете, то в ППОВ, скорее всего, у вас многие файлы, они будут пересвечены. Я не думаю, что вам это будет в радость. Это первое. Второе. По поводу гиростабилизации. В Sony A7C и во многих новых камерах, по-моему, в Sony S3, Sony ZV-1, по-моему, FX3 тоже есть. Там есть такая функция, как гиростабилизация. Что она из себя представляет? То есть... Вы увеличиваете, за счет увеличения выдержки, данные с вашей матрицы записываются в файл. То есть вот ее движение, там, лево-вправо, вправо-влево. Тем самым есть такая программа, Catalyst Browser. Это программа непосредственно компании Sony, которая помогает стабилизировать картинку. Я сейчас, естественно, все это покажу, расскажу, как это происходит, каким образом все это делается. То есть, ну, пройдусь, и мы попробуем. Я пробовал на минимальной выдержке, то есть они рекомендуют там 1/250, там если на месте стоишь 1/500, то есть если двигаешься. Я сегодня, ну, в качестве пробы попробовал, сделал 1/100, ну и, собственно, двигался. Не скажу, что прям бежал. Ну, бывают, конечно, рывки, но это все равно будет терпимо. Это лучше, чем в руках с собой таскать всякие стадикамы. Минус в том, что у вас просто дополнительная работа, еще одна программа, в которой нужно просто будет перекинуть эти файлы, их стабилизировать. Но для кого как, для меня это не сложно, а в принципе, ну, где-то даже, наверное, удобно. Поэтому пробуем. Сейчас поставлю, давайте, наверное, 1/200 сделаю. 1/200, 2.8. И попробуем пройтись с этой камерой, какую она даст картинку. Здесь дорога, конечно, так себе, не самая лучшая, вся в буераках. Но попробуем, посмотрим, как отстабилизирует. Слезаю и вперед. Итак, давайте попробуем пройтись по полю. Поле я тоже покажу, здесь буераки, приходится через все перешагивать, смотреть под ноги, чтобы не навернуться. И, тем не менее, собственно,
получаем, друзья, вот такую картинку. Сильно удержать камеру особо не получается, потому как, ну, камера что-то весит, плюс тамрон, плюс вот эти вот кочки, а здесь прям реальные такие вот буераки. Сейчас я их тоже покажу. Можно ли пользоваться этой функцией? Да более чем. Я сейчас иду по дороге, и, ну, дорогу сами видели, она вся в буераках. Никакая. И можно, и нужно, особенно если вы хотите сделать какую-то съемку с рук. Оно по-любому будет, ну, как ни крути, оно будет удобнее. Удобнее из всех соображений. То есть, если вы, скажем, опять-таки, там, где-нибудь на мероприятии снимаете с рук, чуть-чуть побольше поставить выдержку, спокойно снимать. 1/100 это, ну, более чем допустимо для того, чтобы снимать с рук. Сейчас я переключусь на 1/100. Итак, сейчас у меня 1/100 стоит выдержка, ну, соответственно, 2,8 минус 0,3. Солнце вроде зашло, но единственное, что оно сейчас, наверное, выскочит. И, ну, с рук, друзья, получаем такую вот картинку. Ну, согласитесь, нужен ли штатив, нужен ли гимбал, чтобы где-то оказаться, вот так вот записать влог? Мне кажется, вообще зашибись. Не знаю, почему эта функция особо не признана. Многим гораздо проще бегать с этими гимбалами. Это лишний вес, лишние проблемы. Как ни крути спину, вы все равно этими гимбалами не разгружаете. А что так в руке держите камеру плюс гимбал, что просто камеру. Ну, камера, естественно, легче. Ну, как-то так. А настройками, я думаю... Птички. А настройками этими, друзья, надо пользоваться. В этом году какое-то неистовое количество мошек. Ну, в принципе, можно ехать. Ну и самое главное, друзья, не забывайте про свет. Свет – это наше все. Есть, конечно, часы, которые более удобные, но... Понятно, что не всегда есть возможность снимать в эти часы. Особенно, если это свадьбы, какие-то мероприятия, там, школьные мероприятия или еще что-то. Приходится подстраиваться. Ну, а чтобы подстраиваться, это, естественно, грамотно управляться с настройками. Спасибо, что посмотрели мое видео. Хорошего настроения, добра. Всем пока.